Здравствуйте. Это обзор щетки чашки в варианте косичка, усиленный Vortex WCB075K011, специально для 7745 бай. Чашка, на самом деле, сама чашка почти 76 миллиметров, а косичка, естественно, больше, на порядка 82 миллиметров и высотой порядка 22 миллиметров. Под ключ 22 миллиметра, ну это стандарт для всех чашек. Единственное, могу сказать, что такая чашка большая уже, она считается большая, уже тяжелая, 75 миллиметров. Она для болгарки не 115-125, а скорее для болгарки 150 миллиметров, уже мощностью там 1100 ватт. То есть более профессионального применения. Ну, накручиваем, естественно, удалив родные гайки. Я привык зажимать ее не ключом, а достаточно усилия руки в перчатке. Ну, опять же, не забываем про защиту глаз. Сейчас мы почистим уголок для того, чтобы фактурная поверхность его проявилось, чистить ржавчину, окалину, то, что было при изготовлении там уголка. Ну, ржавчина, вот рыжие пятна хорошо видны. Щетка обратно скручивается точно так же. Зафиксировали фиксатор. Заблокировали. И несложным движением скручиваем. Отличие щетки, например, от лепесткового круга в работе в том, что лепестковый круг сравнивает всю поверхность. А щетка оставляет фактуру металла нетронутой. То есть, если вам для декоративных работ, для каких-то таких целей, ну, либо просто ворота почистить и покрасить, то щетка – это более экономный вариант в плане расходников. Ну, то есть, вот получается такая поверхность с аутентичной фактурой. Так что рекомендую щетку Vortex. Спасибо за внимание.